не греется. Как не греется? Ты что, его испортила? Ничего я не портил, он просто не греется и все. Я уже час пытаюсь твою кофту погладить, а он, оказывается, холодный. Ну, Тома, если ты его поломала, мама нам устроит. Маш, давай попробуем его починить. А как его починить? Я никогда не чинила утюги. А давай возьмем отвертку и попробуем покрутить там что-нибудь. Ну ладно, давай попробуем. Неси быстрее отвертку. Подойдет? Давай попробуем. Попробуй вот здесь покрутить. А в розетку включить не пробовала? Ой! Машина косметика! Она ее забыла спрятать. Но пока ее нет дома, я ей, пожалуй, воспользуюсь. Так, что у нас тут интересненького? Ух ты, какая тушь! Обалдеть! Платье, помады, чего тут только нет! Чуть-чуть накрашусь, Маша ничего не заметит. Кажется, Маша вернулась. Привет! Привет! Тома, привет! Ну, привет, привет! Ну, ты хотя бы повернулась бы. А, ну все понятно. Опять мою косметику взяла. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Маша, ты где? Где же ты спряталась? Маша, а может ты в кухне спряталась? Маша, ты где? Где же ты спряталась? Ой, пап! Забыла? Что забыла? Маш, дай хлеб. Mm-hmm.
такой вкусный борщ приготовила, да, Маша? Вкусно? Да он же вообще не соленый. Здравствуйте. Я бы хотела заказать пиццу. Две пиццы. О, да, две пиццы. И чтобы они были такими кругленькими, и чтобы вкусненькие такие, вот чтобы тесто было не слишком тоненькое, но не слишком толстое, вот такое мясо побольше, и чтобы колбаска вот так тоненько-тоненько была порезана, и по краям ее, так побольше. А, и чтобы помидорчиков не забыли, помидорчиков прям побольше. И еще сыр, моцареллу положите, и пармезанчик вот так посыпьте. Сыра побольше. Да, сыра побольше, прям чтобы много его было. Да не перебивайте вы меня, записывайте. Сверху зеленью обязательно посыпьте, кинза там, укропчик, все записали, пишите адрес. Как мне туда попало? Поликлиника? Извините. Что случилось? Говорят, не туда попало. Ну, перезвони еще раз. Хорошо, сейчас. Уважаемый абонент, пополните баланс. Что еще? Деньги на телефоне закончились. А, ну все, без пиццы остались. Ты что, серьезно собралась эти чипсы есть? Ну да, что? Вот что нужно для твоей фигуры. Кто на ночь чипсы ест? Ты от них растолстеешь скоро. Да не, ничего не будет. Ты скоро в свои любимые джинсы не влезешь. Влезу. 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 Спорим? Спорим. Вот пойди, попробуй влезть. Попробую. Попробуй. Хорошо, вот посмотрим. Ладно, пока влезаешь. Что? Ничего. Шоколад. Как это не люблю? Еще как люблю. В шоколаде много калорий. Ну и что, что много калорий? Все равно я его люблю. Прости, но я ее съела. Она была невкусная. Ну, Тома! Тома! Вообще-то я люблю шоколад. И это был мой шоколад, а ты его съела. Я твоя любимая сестра. Тома! Любимой сестре могла бы и оставить пол шоколадки. Но я ее оставляла, она не оставилась.